14 жовтня наша держава відзначає День захисника України. Ми вшановуємо всіх тих, хто боронив нашу державу. Вітчині! Серце! Народові! Честь! Моя зброя! Віра! Вітчині! Мы становимся сегодня лицеистами, а не просто школьниками. И что это вам дает? И нам это дает мужественность и честность. Надо бабушкам маршрутки уступать. Не только бабушкам, а беременным и людям пожилого возраста.